Все готовы? Мы на съемочной площадке фильма «Аладдин». Я здесь словно в сказке. Эта картина «Аладдин» меня поражает. Я росла с моей героиней. Жасмин казалась мне сильной и независимой. Помню, когда я была маленькой, я представляла себя ею, и мне казалось, что мы похожи. Мы попытались представить, какой Жасмин могла бы быть сегодня. Жасмин в исполнении Наоми – это работа высочайшего класса. Благодаря ей персонаж стал влиятельней, значимей. Это свежее прочтение всем известного персонажа. Принцесса Жасмин, желая добра Аграбе, хочет стать ее правителем. Она не только заявляет об этом, но и доказывает, что она достойна стать лидером. Она готова на многое, и она видит лучшее будущее для своего королевства и города Аграбы. Она идет к этому и в конце концов говорит свое слово и становится тем, кем ей было суждено. Сегодня мы снимаем одну из новых песен «Смелой». Она говорит: «У меня есть голос, и я буду отстаивать то, во что верю». Песня очень сильная. Она такая чудесная. Disney представляет «Аладдин».